А вот у студентов сегодня был экзамен посложнее. Молодые чебоксарцы сегодня презентовали свои лучшие проекты. Смотрины устроили на традиционной ярмарке молодежных инициатив с говорящим названием «Студень». Ежегодно она проходит накануне Дня российского студенчества. В этом году к идеям присмотрелся и глава республики Михаил Игнатьев. Общественные проекты, которые на уровне Российской Федерации, на уровне Приволжского федерального округа, где бы наши студенты, наша молодежь не участвовала, я всегда слышу добрые слова. Мы верим в вас, мы доверяем вам. Будущее России, будущее Чувашии за вами. Вы верите в это? Задора даже на официальных мероприятиях. Хотя глава республики специально сократил дистанцию между студентами и не поднялся на сцену. Несколько раз его выступления прерывались громкими овациями. В этом зале собрали лучших волонтеров Чувашии. Всего же в регионе их насчитывается 50 тысяч. Именно столько человек являются членами различных общественных организаций. В республике действуют и строительные отряды, и экологические движения, и советы молодых ученых. В этом году волонтеры не раз становились участниками крупных спортивных мероприятий. Они выезжали на универсиаду в Казань, помогали организовывать международный чемпионат по парашютному спорту в Чебоксарах. А кому-то выпала честь пронести олимпийский факел по улицам города. Лучшим из лучших сегодня вручали свидетельства на получение специальных стипендий. Такая поддержка для них должна стать стимулом работы на общественном поприще. Могу сказать, что мой опыт волонтерства начался именно почти что с этой школы волонтеров. Я была на самой первой школе волонтеров, прошла там обучение, а уже вот в течение года, получается, являюсь куратором этой школы.